27 участников и 17 экспертов. Сборная Чувашии национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе показывают свои навыки в финале 9-х соревнований «Молодые профессионалы». 12 ребят борются за победу в категории «Юниоры», 15 – в основной. WorldSkills – самые масштабные соревнования профессионального мастерства в России среди студентов колледжей, техникумов и вузов. В этом году в финал вышли порядка 2000 человек, представляющих 105 различных профессий. В чемпионате этого года конкурсанты и эксперты не только из России, но и из многих стран мира. Участники из Чувашской республики продемонстрируют свои возможности в 15 компетенциях от ресторанного сервиса до промышленных робототехники. Результаты соревнований будут известны уже на следующей неделе.